Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ой, друзья, давно я видеоролики не записывал, ездил на рыбалку, так что прошу прощения, кто подписан, ну, кто и не подписан, тоже просматривает мои видеоролики. Ну что, друзья, давайте мы сегодня поговорим о личном турнире, посмотрим, что я уже сделал в этом городе. Ну, я имею в виду все про турнир. Ну, давайте для начала мы зайдем, посмотрим, сколько я же все-таки подарков взял. Как я и говорил, друзья, что я в этот раз не буду так активно играть. Не знаю, если у меня будет время, может быть, я возьму Феникса. Если нет, ну, значит, нет. Я, друзья, как всегда, тестирую разные схемы, показываю вам. И хочу посмотреть, что из этого получится. Но я, друзья, скажу вам сразу, что я на арену выходил. Выходил, я уже собрал около 2000 этих чертежей, которые нам нужно для улучшения. Ну а по поводу подарков, давайте посмотрим. Здесь я сразу же в первый день вытащил плюс 10 шанс. Как я и говорил в предыдущих видеороликах, во всех практически. Кому-то выдают его с первого раза. И даже не доходя до 21 уровня, но я играю по старинке, я дохожу до 21 уровня, ну и потом, соответственно, я уже открываю бесплатный подарок. Ну, друзья, как сами знаете, что я в этот раз не буду играть по старым схемам, потому что времени у нас очень много, около 20 дней. Я разработчикам уже давно предлагал. Они, во-первых, будут больше получать с этого выгоду, если они запустят турнир чуть-чуть, ну, не такой, как на 20 дней, а где-то около 10 дней, в принципе, будет борьба высокая, и я думаю, вполне нормально. Но 20 дней, друзья, согласитесь, это очень много проводить возле компьютера. Итак, глаза будут у вас, как не знаю, как бешеные будете. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим. Вытащил я на третий день после начала турнира реликт, ворон. Не жить, плюс 5 магическому песку, добываемому на арене, но так себе пока выпадает, но как мне кажется, что в этот раз разработчики решили сделать нам подарки. И я думаю, что скорее всего, ну кроме декора, я думаю, все у вас выпадет бесплатно. Ну, кто хочет по активности, пожалуйста, выбивайте за 100 рубинов, но как по мне, лучше подождать немножко. Но не забывайте, что в самом конце вы можете потратить больше. Ну, я не знаю, друзья. Так, ну, короче говоря, пока по ресурсам. Не знаю, если разработчики расщедрятся в этот раз, мне выпадет и плюс 10 декор, верный помощник, плюс 10 здоровья защитных сооружений. Ну, я респект и уважуха, конечно. Ну, и больше я в этом городе практически ничего не делаю. У нас сегодня, друзья, будет также тест. Проведем стандартный тест с рыцарями, посмотрим, как они сейчас улучшились у меня немножко или остались прежние. Но город разбивают, друзья, все равно 50-80%. Бывает даже на 100, если немножко добираете из турнирных воинов, и вполне нормально можно разбивать. Я не знаю, я уже его перестраиваю туда-сюда, и мне все это не получается. Так, ну а по поводу домика, друзья, да, я его сразу же установил в первый же день. И улучшал все за по 3 бутылки. Я не помню, сколько я открывал рун, но открыл я до 21-го. Я открывал ровно по 3 банки и улучшал до 21 уровня. Потом я его оставил и все. И больше я его не улучшаю. Банки я сюда не устанавливаю. Здесь, видите, нету. И вот эти вуду, как они там называются, правильно, 2052. Все, я больше тут ничего не делаю. Но можно будет, конечно, еще побегать по арене, пособирать их, но это будет сетка очень донатная такая, друзья. Так что этот вариант, это не схема, это просто я не хочу ждать. Как сами знаете, что мы и в турнир за рубины ходим, и нам нужно постоянно держать боевой дух, так что в этот раз я решил расслабиться. По поводу бастиона, да, разработчикам огромная уважуха, потому что сейчас мы можем, как сами знаете, проводить. Вот проснулись вы, например, утром, на работку идете, чаю попили, кофе, и сделали 3 атаки. Это вообще очень удобно. А так надо будет постоянно сидеть на стороже и бить каждые там, не знаю,
Короче говоря, мы не пропускаем бастион. Ну что, друзья, давайте посмотрим одну атаку. Ну а турнир давайте посмотрим. Я даже и не посмотрел, через сколько он начинается. Осталось у нас 16 дней, вроде там написано. Так, турнир. Наверное, завтра уже откроется. Нет, смотрите, начало через 2 дня, 2 часа. Ну, еще можно побегать по арене. Ну, как по мне, декор не очень, но если вам нужно, то, конечно, вы можете. Ну что, друзья, давайте мы сейчас сделаем одну атаку и подождем. Ну что, друзья, давайте все-таки вернемся на арену, посмотрим, какие города у нас там есть. Ну, друзья, повторюсь еще раз, кто не хочет заморачиваться, я имею в виду, что 20 дней турнир происходит, но длится это очень много, 20 дней, как по мне. Да хотите до 21 уровня и вытаскиваете все подарки по возможности бесплатно. Потому что если вот расценивать, как я уже получил там 3, считайте, подарка, и турнирная сетка у нас еще не открылась, как сами знаете, что мы, как я имею в виду, что открывал раньше, ждал эти, пока откроется сетка, потом только открывала. Так, видите, у меня уже 2 подарка есть. Не знаю, выгодно или это невыгодно, кто за рубины, тому вообще без, все равно. Он может открывать это за рубины. Так, ну что, друзья, давайте мы вернемся к городу. А что я, ля-ля-ля, как всегда, я опять город не найду то, что нужно. Сегодня мы будем атаковать именно прокачанный город. Надо будет выбрать именно тех игроков. По поводу бота я не уверен, что он сейчас попадется. Но пару дней назад я вот активно бегал по арене и находил часто ботов. Боты у нас появляются именно тогда, когда игроков на арене становится все меньше. Ну, а мы сейчас давайте попробуем все-таки найти. Я хочу посмотреть, как работают мои рыцари на 19 уровне замка. Но все же, друзья, здесь не зависит от ваших в основном воинов. Конечно, если у вас атака высокая и защита на тех же воинов, то да. Но сами знаете, что сейчас много декоров, много реликтов. Так что здесь сами не угадаете, сможете вы его уничтожить или не сможете. У меня, честно говоря, не получается, потому что у меня, как сами знаете, что войны не такие мощные, потому что я ничего практически тут не покупал. То, что выпадало мне бесплатно, тогда да. Ну, а так, по возможности. Ну что, давайте попробуем все-таки подыскать какой-то город, что-то я не вижу. Вот такая вот арена у нас сейчас, когда турнир идет. Иногда можно будет прямо вот так завершать и еще раз пробовать. Кто-то говорит, что давай через... пробел нажимая. Друзья, вот Орден Дракона есть. Ну, давайте попробуем. Вот смотрите, у нее точно такой же город, как и у меня. Почти. Идентично. Ну давайте попробуем. Не знаю, сколько заклинаний тут использовать. Давайте нанесем 2 удара сюда. Вот где-то вот сюда 2 удара. Давайте вот так сделаем. Не знаю, давайте по стандарту, если нам предоставляют по 5, это мы именно снимем декоры. Здесь немножко. И вообще можно сюда немножко. Сюда немножко. Вот так. Все декоры лишние мы уберем. Ну давайте попробуем. Выпустим, конечно, всех декоров. Ой, декоров. Я прошу прощения. Выпустим всех рыцарей, героев. И посмотрим, сможем мы дойти все-таки до замка или нет. Потому что город практически идентичный. Вот кто хотел посмотреть, там у меня есть... Сейчас опять я заговорюсь. Так, мы сюда установим. Задача, чтобы дойти до пирамиды, вам нужно расчистить немножко дорогу. Чтобы хотя бы они... Чтобы пирамида сработала, когда вы дойдете, например, до... Как говорится... до казны. Если она сработает чуть раньше и они не пробьют забор, то соответственно будет атака совсем по-другому. Здесь, друзья, все влияет. Все, давайте, мы пушкарь тут уже добивает и попробуем запустить их более-менее. Видите, еще игра зависает. Так, запустим орков до замка. Не знаю, дойдем, должны дойти. Здесь у меня немножко набралось, это я вчера сундук взял.
Орден Дракона раньше, вот когда я был в Мини-Мизиде, они очень часто нападали на нас. Ну а мы сейчас отомстим. Ну давайте посмотрим. Можно, конечно, будет уже запускать и орлов, например, вот так запустим. Вот, давайте скорпиончиков запустим. Здесь можно было еще запустить героев. Гоблинов я, друзья, запускаю иногда вот по одной причине. Сейчас я неправильно их запустил, но их нужно запускать там, где ресурсы. Это я так просто чисто на шару. Я хотел посмотреть, какой процент тут выйдет всего лишь. Так, ну что, тут у нас шпили остался, тут слон добивает. Давайте я приближу, посмотрим. Здесь лишних воинов не осталось? Не осталось. Ну, потом подсчитаем всю армию, что у нас получается здесь. Ну и сделаем вывод. Так, запустим одного героя. Смотрите, хорошая ловушка попалась. Я говорю, что сейчас не такая большая армия нужна для уничтожения 19 замков. Здесь все зависит от переустановки города. Вот видите, считайте, что я напал идентично своему городу. Мне нужно, скорее всего, менять планировку, потому что такие города проходятся у нас очень быстро. Я обязательно сниму видеоролик именно атаку 100%. Посмотрите, кем атакуют и мстители замка, ну такие более-менее игроки, которые идут в турнир за рубины. Ну а мы провели вот такую атаку. Сейчас давайте посмотрим примерно, сколько у меня вышло это по войнам. Ну, не забывайте, я еще использовал 5 бесплатных, то, что нам предлагают. Так, 21 секунда, я бы опять заговорился и не пробил его ровно на 3 звездочки. Так, ну что у нас получается? Так, 90 мы взяли. Взяли даже один осколок на ветрокрылую. Огненную бестию, вернее. Так, итого получается. Ну, по героям у нас понятно. Здесь пламя возмездия, пушкарь, ветрокрылые, повелитель холода, там стражи и так далее. Но у меня по стандарту здесь я сейчас набираю 250 рыцарей и 50 гоблинов. Ну, а это у меня вчера были в подарке, что бы не использовать. И смотрите, всего лишь нужно 15 орков и 6 троллей. Ну, я не знаю по поводу этих воинов. Ну, а завалялся один слон там. Ну и вот это то, что в подарке. Вот такие сейчас, друзья, дела на арене. Вот такие города сейчас можно проходить. Можно было бы, конечно, напасть на другого какого-нибудь игрока. Ну, как видите, 93 уровень и полностью прокачан. Ну, вот так, друзья, в основном, видите, даже 4 использовал. Ну, именно вот эти я использую заклинания, именно чтобы уничтожать сами декоры. Ну, такая вот армия. Не знаю, много это или мало. В принципе, как по мне, это немного. Если расценивать то, что вы можете взять с портала, именно пушкарей, они, может быть, более-менее эффективны. Но, как по мне, нормальный тест прошел. 15 еще дополнительных орков. Ну, здесь тоже братские, но они не такие эффективные. Ну что, друзья, а я с вами прощаюсь. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.